Оставьте меня! Вон отсюда! Госпожа! Госпожа, у вас кровь! Надо бы лекаря позвать! Нет, не нужно! Перевяжи! А ты права, Фахрия! Я молчала, они решили, что им все позволено! Войдите! Сколько крови! Что это? Из военного лагеря пришло, госпожа. От Шазада Селима Хазрет Лирии. Похоже, это важно и срочно. Открой. Оставь. Джихангир! Джихангир! Мама, остановитесь, это очень опасно. Мехримах, султан права. Вы же сами видели, мятежники добрались до самого дворца. Мама, я прошу вас. Покинуть дворец тоже, что пойти на смерть. Алеппо так далеко. Байезет, ты меня должен понять, сынок. От Селима сегодня пришла весть. Джихангир очень болен. Он плохо, лекари не могут ему помочь. Позволь поехать к сыну, я должна увидеть его. Байезет, нет, это опасно. Я согласен, мама. Мы вместе к Джихангиру поедем. Госпожа. Вам надо быть сильной. Не то весь наш мир рухнет. Когда прекратится этот дождь? Надеюсь, что скоро. Дождь не может лить вечно. Кто-то едет навстречу, госпожа. Джихангир.
Открой! Открой!